Сегодня в Совете министров члены правительства вместе с парламентариями обсуждали проект бюджета Беларуси на 2017 год. В нулевом чтении особое внимание уделялось спорным и несогласованным вопросам. Главный финансовый документ базируется на программе социально-экономического развития на следующий год. Ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 15-17% годовых. Сейчас она 18%. Бюджет 2017 сохранит свою социальную направленность. В приоритете также национальная оборона, реализация проекта в экономике. Предполагается сокращение расходов в агропромышленном комплексе и жилищном строительстве. При более благоприятных внешних факторах доходная часть казны будет расти, соответственно, увеличится и финансирование госпрограмм. Беларусь и Китай подписали дорожную карту углубления межрегионального торгово-экономического сотрудничества. В нее включены более 30 совместных проектов. Беларусь в статусе почетной страны участвует в международной выставке «Экспо Китай-Евразия». Потенциал нашей страны представляет более 40 ведущих организаций и предприятий ключевых отраслей экономики. В Беларуси в ноябре пройдет масштабная выставка товаров западных провинций Китая. В Гродно у мемориального комплекса торжественно перезахоронили останки около 2000 красноармейцев, которые эксгумированы в последние два года на месте бывшего лагеря для военнопленных. За 8 лет поисковых работ обнаружены останки более 4000 человек, погибших и умерших от ран в плену. Удалось установить имена 20 воинов, продолжается поиск их родственников.